Так, друзья, давайте смотреть вместе покупки, которые сделал Владимир. Как вы знаете, я сегодня купила себе шопер, и вот Владимир мне тоже купил шопер. Правда, купила черный с котиком, он купил вот такой, но, правда, он вымазался, поэтому я сейчас отклею эту наклейку и отправлю его в стирку. Поэтому мысли наши сходятся, вот. Так что в покупках наши мысли сходятся. Давайте смотреть дальше, что он еще купил. Значит, он купил вот такие вот эмалированные контейнеры. Они, значит, вот они, я такие хотела. Контейнеры я люблю. Я такие хотела, хотела давно. С эмалированными этими, с крышечками пластиковыми. Вот такие, их 5 штучек, этих контейнеров. Разных размеров. Я хотела такие. Вот. Значит, Владимир купил 2 упаковки вот такой вот гречки. Увелка гречневая. Это самое. Крупа ядрица в пакетиках для варки. Здесь 8 пакетиков. Точно такой же мы берем рис. У нас еще 2 риса стоит в холодильнике таких. Дамир. Вот такое вот мыло жидкое, антибактериальное. 3 колбаски мы такую часто покупаем, очень вкусное. Мясо здесь, здесь у нас лаврушка, здесь сахарная пудра. Дальше идем, горошек зеленый. Смотрю, Володя кукурузу не берет, потому что я ее не жалую, сайра. Ну, раньше любила, сейчас здесь мне не нравится, в находке, в России, вот мне не нравится. Вот почему-то. Я только по кукурузке бондюэль. Если ее нет, то нет. Лапша. 1, 2, 3, 4, 5 быстрого приготовления. Не знаю, зачем взял. Он мне не ответил. Убежал дальше делать покупки овощей. Сейчас спрошу еще раз у него. Вот такая вот сплат. Ультракомплекс. Зубная паста. Если честно, я такую не очень люблю. Биоактивная зубная паста. Не очень люблю я сплат. У меня родители часто брали сплат как-то. Не очень мне он нравится, не в плане того, в плане именно моих личных ощущений, ощущений моих зубов и десен с этой зубной пастой. Сама по себе зубная паста хорошая, сама по себе зубная паста это хорошая, и как бы, ну, ничего против нее не имею, просто говорю о своих личных ощущениях. Вот такая вот очень неплохая лапша. Мне она понравилась, спагетти маккофе, вот такой голд, для всей семьи салфеточки вот такие часто покупаем, очень нравится именно эта фирма, вот эконом, очень классные салфетки. Так, здесь у нас мяско, сало здесь копченое, здесь конфетки кругленькие, в прошлый раз такие показывала, очень вкусные. Здесь у нас смесь для блюда на второе, курочка, здесь смесь, а здесь пакет для запекания. Дальше Тимми, вот такой вот с малиной и сливками. Не знаю, кто изготовитель, но написано как на украинском. Тимми с буковкой И вот такой. Так, дальше. Рика, гриль-меню, томатный кетчуп. Я от него в восторге, я от него прямо обалдею. Это, наверное, лучший кетчуп, который только может быть. Вот насколько я хвалила Хайнц, сейчас у меня страшная изжога от Хайнц. У меня прям, вот я чувствую вкус уксуса какого-то во рту, мне неприятно. Мне потом воду даже пить не могу, как во рту горько, прям пищевод, все болит. Этот прекрасный. Хотя раньше мне нравился Хайнц, может подделку какую-то везут, не знаю. Дальше здесь у нас сыр, вот такой вот Витязь называется, не знаю, сыр натуральный Витязь. Фейри, Фейри, я в восторге от Фейри, вы это знаете. Дальше вот такой вот кетчуп шашлычный, Рексона, вот такая вот невидимый эффект. Кожу подсушивает, не очень приятно находиться в ванной после разбрызгивания. Тяжело аж кашлять начинаю, но в принципе терпимо. Зато помогает от пота и не вызывает такую прям сильную аллергическую реакцию, как это у меня бывает. О, мы пошли про ретро с шампунем. Это у нас Sunsilk. Ничего по-русски не написано. Ничего нет на русском, не вижу ничего на русском языке.
Ребят, не вижу, присмотрелась поближе, не вижу. В общем, вот такой вот сансилк, помню тоже просто и рекламу, и рассвет, подъем, так сказать, этого шампуня, когда им пользовались такого. Для меня тоже ретро-шампунь, который перешел в современную жизнь, в современный мир. Знаете, как косметика Эвелин, которая нахрен никому не была нужна, и пихали во все журналы эту дешевку, а теперь они вон на каком подъеме. Навига вот такая вот пена для бритья, классная, надолго хватает, не вызывает аллергию, увлажняет кожу, не сушит, супер, не печет, если где-то какая-то ранка. Вот такие вот покупки. Ну, Эвелин, да, это ж я уже сказала, конечно, у них качество стало сейчас лучше, но тем не менее факт остается фактом, кем они были и кем они стали. Вот такие покупки. Почему они стоят